Всем привет. Здравствуйте. Сегодня видео, ну как бы видео продолжение про то, как мы дальше уничтожаем лес. Да не природа. Не уничтожаемы. А то, что мы спилили вдоль забора деревья, вот, и у нас осталась вот такая вот куча сзади. И нам надо ее, ну тоже это, попилить, короче, и уничтожить. И уничтожить, да. Ну, кто не знает, это мы спилили вот здесь вот деревья, потому что они свисали на наш участок, они мешали нашим деревьям. Была опасность то, что они могут упасть. Мы как бы это все в видео объяснили в том. Но многие почему-то начали писать, ну хотя большинство знают, что это за дерево такое, которое мы спилили. А многие начали писать там чуть ли не поменяйте название канала. Мы и природа, а типа мы деревья пилим и губим. Так это дерево, объясняем, это дерево американский клен. У нас весь лес из этого дерева, и это дерево является, ну, пипец каким сорняком. В нашей Оренбургской области этот сорняк очень, как бы, хорошо агрессирует, так скажем. Или как? Агрессирует. Прогрессирует. Прогрессирует. Ты не умничай, скажи попроще. Растет много его. Растет, да. В нашей Оренбургской области очень много этого клена. Вот. И спилив этот клен, ну, мы знаем, что из пня еще там 4 вырастет их. Вот для примера вот этому, вот этим деревьям им 5 лет, что ли, где-то, потому что здесь все было заросшее вот этим кленом, и мы его вырубали, и здесь тоже вырубали, но там пни, короче, не это, ну, не уничтожили пни, так скажем, здесь уничтожали, вот, а там не уничтожили пни, и вот вырос очередной лес, который тоже надо будет спиливать. Но он настолько живучий, что даже вот они, спиленные ветки лежат. Уже, наверное, недели 3 лежат. Все равно растет. Вернее, это, листочки пускают. Это гадость еще та. Ну, природу нельзя назвать гадостью. Но, тем не менее, это угрожает нашему дому. Мы просто обезопасим. Ну, мы в том видео все сказали, в принципе. И вот, вот эти зелененькие, вот они. Вот, вот это все. Это вот вертолет, вот эти пистоны, которые к нам прилетают. И из них вот зеленое все это растет. Этот клен. Если его не дергать, то новый лес вырастет. Новый лес тут вырастет, да. Поэтому это зараза еще та. И они до сих пор летят и летят на наш участок. Короче, ничего с этим не сделаешь. Ну, сейчас, по крайней мере, мы не переживаем, что деревья падут. Ну, я думаю, долго думали над этой проблемой. Какой? Что с ветками делать? С вот. Которыми за забор? Которые за забор. Думали, будем потихонечку сжигать, сжигать, сжигать. Никак не соглашались на измельчитель. А потом решили, что он все-таки нам не один год еще пригодится. Пригодится он, потому что он... Потому что мы обрезаем каждый год ветки. У садовых деревьев. И вот в этом году вон нарезали кучку. Большая кучка. Ну, будем кучки метить. И поэтому для этого мы приобрели измельчитель. Не знаем, какой он. Сейчас будем его эксплуатировать. Взяли в Леруа самый дешевый. До 40 миллиметров диаметром можно ветки сюда сувать. Ну, 40, мы думаем, мы на дрова будем оставлять. А уж помельче уже будем их. Чирикался, не дает сказать. А остальные мелкие ветки будем измельчать. Тут вот мешочек сюда складывается. Тут еще должна крепиться штучка вот для этой вот. Но пока собирали, я ее уже сломал. Ничего сложного, тут нет, вкл и выкл, и ветки сюда суешь. Ты вкл и выкл путаешь. Да, палочкой и ноликом. В общем, сейчас попробуем вот на этих ветках, которые от яблони. Это. Ну, а потом пойдем за забор пилить ту кучу, которая... Я не подписывалась на эти веточки. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. Thank you.
как вот он измельчает, все равно все ветки почему-то не перемалывают. Ну это у нас что, яблони, груши, черешня. Это можно будет на это коптить что-нибудь. Короче, сейчас мешочек и пересыпем и идем за забор туда разбираться с этой кучей. А так пока нормально, прикольно. Страшно. Страшно. Ладно, поехали. В общем, вчера мы вот столько перепилили. Ну, наверное, это меньше, чем половина, да? Возможно. Короче, еще вот эту кучу надо пилить и пилить. Вот здесь только дров у нас получается. Тут тоже забили все дровами. Вот. Измельчитель справляется пока тьфу-тьфу-тьфу отлично. Не считаю то, что мелкие ветки остаются. Ну то, что да, мелкие ветки. Это... Какие покажи? Вот такие. Вот такие. Вот такие ветки он не перемалывает. Ну он их ломает просто, ну и короче они там остаются. И забыл, сначала возмущалась, что дырочка маленькая. Вот здесь. Возмущался. Ну говорил, что не нравится. Побольше бы дырочку.
Вот такой вот формат. Ну потом привыкла, сейчас уже это впихивает нормально в эту маленькую дырочку. Короче, это пока справляется, нам нравится. У нас печалька. Хотели что-то сделать. Они... А они только сохли, это самое. Полопались. Короче, будем баню-то пить. На дровах. Не знаю, что их может сушить как-то надо специально, чтобы они не лопались. Ну, нет, такие. Хватит базарить, пошли работать, еще дел много. Ну, какая умная. Пошли. Сегодня 9 мая, и мы третий день пилим эти дрова. Осталось совсем чуть-чуть. Сегодня допилить нам. Короче, трудимся дальше. Третий день боремся с лесом. Поехали.
три дня в поте лица уработались. Сказать, что мы не замучились, это значит ничего не сказать. Это жесть с этими ветками, короче. Но мы это сделали. Опилок в голове много теперь? Опилок в голове, да. Все, здесь убрали всю эту кучу. И вот эта куча превратилась вот в такую кучу дров. Вот такую кучу опилок. Ну еще другой сосед там тележку забрал, и мы себе оставили чуть-чуть. А здесь сосед сказал, что пригодятся, сваливайте ему. Короче, свалили. И вот такая куча еще получилась. А, ну еще две тележки туда к бане отвезли, сухих, чтобы баню топить. Ту кучу, которая за забором. Ну и эту пока пусть сохнет, как дожди. Объявят, что дожди будут, накроем, короче. А сейчас пусть так лежит. Че, измельчитель справился, ну, на отлично, считаю. Единственное, вот он, ну, не все перемал, и вот такие вот мелкие остаются ветки. Ну, не знаю, это может так у всех измельчителей. Короче, у этого так, у других не знаем как. Ну и в результате, из-за того, что много веточек маленьких остается, они хорошо горят. Мы все сожгли. Приличная куча такая осталась, и вот она вся. В момент вспыхнула и сгорела. И удобрение для земли. Ну да. Вон у нас тут в лесу черемуха цветет. Везде клен, клен один. И вот тут черемуха выросла. Ну, на нашем участке. На нашем участке, который не обработанный. Вот. Ну, сейчас, короче, в конце вы увидите. Мы сейчас затопим баньку. Поныряем в бассейн. А еще и в баньку. Да. В баню. Не жарко. На улице сейчас жара. 27, наверное, где-то. Вот. В общем, баня сейчас, бассейн. Ну и пожарим на очаге ребрышки. Праздник ведь все-таки. 9 мая. Тут пока работали, столько запахов шашлыков было. Ходили, слюнями истекали. Вот. Сейчас мы будем всех дразнить. Сейчас мы будем всех дразнить. Кто-то картошку копает, кто-то дрова пилит. В общем, всем спасибо, кто посмотрел видео. С праздником, ну, поздравляю. Ну, с прошедшим праздником. Видео после выйдет. Да, значит, не надо. Еще раз. Всем спасибо, кто посмотрел видео. Всем мира, добра, здоровья. Ждите новых видео. А сейчас не прощаемся. Мы еще в баню, в бассейн и жарить рыбушки. Всем пока. Пока.